цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. А прямо сейчас сюрприз для наших постоянных телезрительниц и поклонниц бренда «Благов». Прямо сейчас невероятно популярный, невероятно доступный сегодня жакет «Эмбер». Это настоящий подарок в распродаже сегодня. Приобрести менее чем за 3000 рублей. Дизайнерский, яркий жакет, который выбирают для себя. Ведь такой стиль носят звезды, телеведущие. Да, да, абсолютно верно. Актрисы, певицы российские. Обратите внимание, только они выбирают такой образ. Дизайн невероятной красоты. Посмотрите на эти жаккардовые узоры, которые украшают всю эту фактуру невероятную. Этот блеск люрекса, это интересное сочетание по цветам. Все это, конечно же, работает на ваш трендовый образ. Но могу тебе сказать, что даже вне зависимости от тенденций, такой жакет всегда будет изюминкой вашего гардероба. Да. Дизайнер Дрис Ван Нотен создает вот такие потрясающие решения и презентуют их для звезд мировой Голливуда, величины, да. Да, Голливуда. И сейчас я в огромном удивлении, что мы даем возможность представить такое эксклюзивное и премиальное решение для наших чудесных модниц. Ведь здесь продумано все. И фактура невероятной красоты для вашего премиального образа. И крой особенный, с учетом наших российских женщин, которые садятся идеально на разные типы фигур и дарят нам стройность и прекрасный внешний вид. Ну и, конечно же, современные материалы, которые позволяют нашему телу дышать. И такой жакет мы будем носить все 4 сезона с огромным удовольствием. Ведь здесь в составе у нас 65% вискозы и есть эластан для нашего комфорта. То есть, знаешь, жакет, который сочетает в себе вот, ну, абсолютно все для удобства, для красоты и для того, чтобы вы собирали, ну, просто букеты из комплиментов. Конечно, этот жакет, я бы сказала, для гурманов от моды, да, как это называется, не для всех, возможно, только для тех, кто любит яркие решения, оригинальные, самые броские, самые дизайнерские. Синий цвет сейчас на подиуме, его выбирает для себя Татьяна. Сейчас в руках у нашей Алены цвет, который называется фуксия. Посмотрите, сочетание с золотом, да. Благородный получается цвет, очень отлично подойдет брюнеткам и, мне кажется, блондинкам тоже. Да, он универсальный, согласен с тобой. Красный, яркий, посмотрите на это сочетание красный, зеленого, золотого и черного. Вот это я понимаю, яркий образ. Ну и синий мы с вами посмотрели, уже его выбирает Татьяна. Друзья, шок, цена грандиозной распродажи 2999 рублей. Ну, расскажи, чем вдохновляются дизайнеры бренда «Благов», создавая такой жакет? Ну, конечно же, вдохновляются мировыми тенденциями. Я уже упоминала сегодня имя Дрис Ван Нотен, известного дизайнера, который создает вот такие интересные решения. Посмотри, пожалуйста, вот на мировых подиумах присутствуют такие интересные фасоны, потому что жаккардовая тематика, стиль гламурный, блеск, интересная вот такая комбинаторика фактур. Все это сейчас невероятно актуально. И вы получаете возможность, ну, стать буквально блистательной дамой. Согласна. Во всех смыслах этого слова. Ну, это слова. Полноценное пальто, я так правильно понимаю? Это и жакет, и кардиган, и стильное летнее пальто. И особенность его в том, что даже самый простой вариант, вот даже водолазка с лаконичными брюками и с таким жакетом будет выглядеть очень эффектно и статусно. Ну, и расскажи. Посмотри, пожалуйста. Ага, угу. Давай. Хочу показать тебе в деталях, что у нас есть подклад, причем подклад особенный. Посмотри, есть заложена складка для того, чтобы нам было комфортно, мы могли двигаться, не переживая о том, что наш жакет треснет. Да, да, или бывают такие движения. Нюансы. Вот тут, посмотри, все продумано в мелочах. Есть скрытая планка, есть вот такой декор в виде эффектной пуговицы. Видите, вот розочка, да? Угу. А дальше вот эти пуговицы, они у нас скрыты, вот планка наша закрыта. Это тоже говорит о премиальности, о качестве бренда. Представляешь, как сложно было создать такую красоту. Вот тут все буквально в деталях мы можем рассматривать и понимать, что перед нами не просто жакет. Невероятно. Перед нами брендовое изделие от «Благов». Невероятно! 2999 рублей только сегодня, обратите внимание. А скажи, пожалуйста, вот жаккард и блеск, и активный принт, и цветы, не добавят ли они нам объема?
Ни в коем случае. Дело в том, что у нас продумано все до мелочей. Это бренд Благов, который всегда внимательно относится к тому, что создает для наших модниц. Очень важно, что у нас здесь продумано, смотрите, что продуман фасон. Во-первых, округлый вырез позволяет носить вот как в такой вариации, так и дополнить красивым шарфом. Есть акцентная зона в виде броши, пуговицы. И посмотри, у нас есть специальные выточки, расположенные довольно необычно, идут от горловины. Именно за счет этого великолепное прилегание по груди. Вот если нас смотрят швеи, они понимают, о чем я говорю. Так замечательно уложить жакет на грудь, чтобы он не топорщился. Это просто, ну, огромное мастерство. Далее, скрытая планка вертикалью у нас скрывает все наши нюансы живота и бедер. Продумано все и в пройме, и подплечник у нас тут есть для красивого нашего вида, для осанки, горделивый, вот прям царственный, да. Скрывается все у нас нюансы животика и бедра. Есть функциональные карманы, которые не добавляют нам объема. И длина потрясающая, изысканная, французская длина, которая будет хорошо миксоваться с любой вашей одеждой и обувью. Вот знаешь, Ален, да, вопрос у меня такой, очень мало, кстати, размеров у нас сейчас остается, 2200 рублей экономии. Ален, вопрос как к дизайнеру собственного бренда, вопрос как к стилисту, как к женщине, в конце концов. Так, вот, ну, не интересно. Все осмелятся, допустим, надеть такие блистательные вещи, такие яркие. Что посоветуешь женщинам, чтобы, ну, вот, суметь как бы вписать в свою повседневную жизнь? Ты знаешь, я вообще советую всем модницам поверить в себя, выбрать такое изделие, потому что, на самом деле, и цена потрясающая, и предложение невероятное. И поверьте мне, вы можете его уравновесить однотонной, например, водолазкой или блузой, однотонными брюками, но вот то самое чувство, когда ты надеваешь премиальное качество, ты видишь себя в зеркале, это, да, ну, дорогого стоит.